всем привет, дорогие подписчики, с вами Ниагара. Продолжаем проходить игру Человек-паук 2, вторая часть. Сейчас получил он сообщение от Пумы, что Мэри Джейн похитили. Направляемся непонятно куда, куда я направляюсь. Да, мне вот сюда, подтянуться. Нам ее нужно разыскать. Сюда мы зайти не можем. Тут можно уже заблудиться. Нет, полезли-ка наверх. Будем вот так вот. Прыжками. Потому что все-таки по крыше передвигаться ему сподручнее, чем как обычный житель. А мы практически возле взрыва. Что, где? Надо спуститься вниз. Тихо. Ох ты! И началась сразу веселуха. То есть мы пришли туда, куда надо. Чем этим ребятам не понравились двери? Эй, подержи мне лифт. Эй, он смотался. Потянуть. Опять эти штучки. А где-то еще одна, что ли, отлетела? Нет, похоже. Паучье чутье просто взбесилось. Человек-паук, пожалуйста, помоги мне! Ну и дела. С кого бы начать? С этого парня в колготках или его безмозглого дружка? Парень в колготках, обозвали паучка. Тихо. Где ты? В синеньких лосинах. Эти бандиты тут повсюду. Они схватили моих друзей. Возьми ключ. Так, ладно, он нам как будто бы дал ключ. О, это что такое? Вау. Круто. У нас сразу адреналин повысился. А чё, вас тут много, да? Судя по всему. Так, где-то там... Пук, человек, пук. О, что мы тут нашли? Паучка. А что у них в колбах? Непонятно, что они тут химичат. Сюда. Спасибо, так это ты иди паук. Сюда. Это позволит тебе открыть некоторые двери. Так, он еще что-то нам дал. Сейчас я разберу. Спасибо, Человек-паук. Они даже не успевают договорить. Закрыть, открыть. Интересно. Давайте вот здесь откроем. Спасибо, Человек-паук. Он даже меня поприветствовать не успел. Просто не успел. Ладно, лаборатория у вас тут, конечно, большая. Хватай! Спасибо, Человек-паук. Всегда рада помочь. Здесь кто? Что там? Вот он. Есть. Паучков тут понапрятали, а? Фиг найдешь. Я уже запуталась, где мы были, где мы не были. Здесь мы были. А здесь какие-то молекулы тут. ДНК, структуры. О. Заперто. Заперто, значит, еще кого-то не освободили. Логично, да? Так, а где же он у нас остался-то? Где он может быть? Ой, нет. Все. Ну, такое простенькое заданица. Так, в соседнем нет никого. Ага, мы отсюда пришли. Так, ну, значит, здесь все проверено. А, вот еще. Спасибо, Человек-паук. К-
карточку давай. О, ничего себе, как он драпанул. Аж запинал паука. Как побежит. Вот такой он благодарный чувачок. Так, а где дверь-то эта? Вот он. Ух ты. Кач. А вот ты я. Не успел договорить. Иди сюда. У меня для тебя кое-что есть. Спасибо, Человек-паук. Да. Что у него было для меня, не знаешь? Ну так мы его обманули. Такой хитрый маневр. Так, ну что, здесь у нас освобожден заложник. Подождите. Нам дальше вот сюда. Угу. Иди сюда. Спасибо, Человек-паук. Так, что у них тут такое? Что за опыты? Черт, побери. Ну давай, человек. О, как вас здесь много. Человек-пук пришел с вами сразиться. Нарывайся. Да кто нарывается-то? Я вообще тут хожу, никого не трогаю. Да кто еще нарывается? Что это такое? Какие-то колбочки. Да, отсюда мы... пришли. Вот заперто. Сюда еще не ходили. В смысле заперто? Вроде как открыто было. Человек-паук. Док Ок собирается взорвать здание. Он заложил 8 часовых бомб. И отчет уже начался. Нужно найти бомбы. Да неужели? Так, ну здесь явно нет ничего. О, стой. Я не успел ничего сделать. Ничего не скажешь, спасибо, там, обожаю тебя, фанатею, нет? Упс. Так, мы в том направлении идем, да? Все правильно? Ой. Ну-ка, спрыгивай-ка на пол. Спасибо, паучок, ты спас меня. Ну вот, две дамочки откликнулись. Сейчас я разберусь с пауком. А я думаю, кто в меня стреляет? А это ты. Так, ну что, мы тут можем что-нибудь включить, там, не знаю, отключить, нет? Окей. Мы можем туда еще пройти. И можем в эту комнату. Что случилось? Что-то замутили, а я не знаю. Внимание. Выстрел паутиной. Так, хорошо, постараемся разрядить бомбы. Вот так. Ой. Чего мне надо от меня? Ага, эти сломали все. И эти сломали, отлично. Теперь выпустите заперто. Меня. Заперто. А это что у нас такое? Ага, неправильно. Сейчас еще раз. Нижняя, потом средняя. Так, вверх, вниз. Ага, одна из восьми. Одна из восьми? Офигеть. Это ужас. Одна из восьми. Так, ну ладно, давайте подлечимся. Сколько же их еще? Ауч!
как обидно. А, вот в эту. Откуда мы пришли? Так, спрыгиваем. Здесь тоже перекрыто. Ага, вот здесь я вижу бомба, да? Ну давай. Просто по очереди. Все. Человек-паук! Твоя удача кончилась! Иди. Чё там? Удача кончилась. Надымили там, нагазывали. Ладненько. А ты чё, вот здесь-то, да? Не заставляй меня самого. Чё-чё? Что говорите? Да. Туда-то вот мы чё-то и никак не можем пройти. Ладно. Сюда пришли. Всего две бомбы я обезвредила, а? Показывает, что туда идти надо. Да. Ну, мы тут подлечимся. Обойти придется опять же. Ладно, здесь все просто. Перелезаем. А как там-то пройти? Так я не могу пить понять. Ай! Чё-то где-то я не заметила. Или чё, не могу понять. Здесь мы обезвредили уже. Все окей. В ту комнатку нам не надо. Так, на этот раз более удачно. И все-таки показывает, смотрите. Ауч, что бежать-то вот сюда. О! Наконец-то! Появилась активная клавиша. Ну вот. А я-то понять ничего не могла. Так, у нас здесь еще есть паучок. И нам пока что не сюда. Ага, здесь закрыто. Здесь тоже перекрыто, блин. Ну что, остается только прям вот сигнуть вниз, видимо. А как? О, боже ты мой. Что, прямо вот сюда? Так. Снизу вверх. Окей. Задание выполнено. И как мы должны отсюда выбраться? Блин, вот же как все просто-то. Это же нужно было просто подтянуться вот сюда. Что, он вылез? Да, ну мы сейчас насобираем, конечно же, здоровье. Так, спасайся на лифте. Да, меня бы здесь не заколбасили. Мы с паутинкой мы залепим. А вот теперь молись, щенок. Да, ну, как сказать, молись. У меня, видишь, здоровья нет. Мне придется с тобой так аккуратненько драться. В реакторе в этом все потратила. Вау. Вот сейчас мы за счет них-то и подлечимся. Очень даже неплохо. Открывай. Ну чё? Это еще одна бомба. Смотрим, как ее дезактивировать. Так, ну довольно простые, да, у них дезактиваторы. Половина.
Ровно половинка. Так, а тут что? Опять этих собирать? Нет, не хочу. Опять приколюшки какие-то собирать. Ага. Ну, что-то мы там дезактивировали. Явно. Так. Ауч! Ауч! Оу! Как так-то? Вот же как все было просто. Оу, еще дайте, дайте хпшек. И... наверное, нашли мы еще ты одну. Ты меня достал, Человек-паук. Упс. У меня только одно поручение. Нужно раздавить этого жука раз и навсегда, чтобы он никогда уже отсюда не выполз. Иди сюда, паук. Ну, он так позевал. Да, я даже не успел толком подойти ко мне. Отто здесь прогуливается. Иди сюда, у меня для тебя кое-что есть. Спасибо, Человек-паук. Да, обращайтесь. Где бомбы у него, не знаешь? Так, тут снова это поле. Все перекрывающее. Но знаете, что чем хорошо, что частенько дают подлечиться вообще-то так. Неплохо. Ну. Так, и серединка. Класс. Так, еще три штуки. Где же он их запрятал? Сюда можем пройти. Давай, давай. Оп. Отлично. Так. А тут что у нас? А, еще одна бомба. Такой уже порядок был. Ну, конечно, немного комбинаций составишь, когда всего... Спасибо, Человек-паук! Три штуки. Ну, пожалуйста, подожди, я там это... уберу это поле, чтоб ты вышел. Все. Ой! Ай-яй-яй, нет-нет-нет, зачем прилепился-то? Да что ты не то делаешь, паучок? Совсем-совсем не то. Так, ну все, вроде. Эти штуки еще убираем. Я не знаю, что это следящие камеры, какие-то, не знаю, роботы какие-то. Так. Ну. О. Иди сюда. А тебя эти лазеры не волнуют? Разве? Ну что, он там долго будет стоять? Ладно. Пусть постоит тогда, пока подумает над своим поведением. Может, догонит. Опс. Что здесь опять? Паучок? Нет? Ничего не припрятали. Паучок. Эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо. Я почти добралась до тебя. Ай! Опять они его назвали гадом. Так, мужик, ну ты чё? А, еще не все, понятно. Ну, террористы. Сейчас мы с вами разберемся. Да. Все свободны. Давайте дезактивируем вот эту бомбу. Женщина, отойдите. Работает профессионал. Ну, тут все просто. Это какая у нас уже? Седьмая. Супер был. А чё, куда мне опять показывают мой сломанный навигатор? А тут просто не спеша. Тут раз меня чувак торопил. Потому что стрелял в меня. Ну-ка, стой.
Ай. Ой-ой-ой. Не нравится? Привыкай. Только... Спасибо, паучок. Ты спас меня. Я всех спасаю. Вы еще этого не заметили? Не нравится? Привыкай. Спасибо, паучок. Ты спас меня. Начинаю привыкать уже. Так, ну что, это последняя бомба, кстати говоря. Угу. Уяснили порядок. Готово. Так, а здесь у нас что? Мы сюда еще не заглядывали. Нет, нифига, что ли? Ну что же, обезвредила я все бомбы. Наконец-таки. На этом часть закончим. И увидимся в следующей. С вами была Ниагара. Всем пока.